товарищи – неотъемлемая часть жизни каждого из нас. Мы можем ссориться, обижаться, в какие-то моменты даже ненавидеть, но настоящая дружба тем и прекрасна, что такие мелочи ей не страшны. Я не раз уже говорил, что блогеры – точно такие же люди, и у них тоже есть друзья. И прикинь, насколько круто повезло авторам видео, которых кенты занимаются ровно тем же, снимают видосики на YouTube. Добро пожаловать на Tellblog.net, и сегодня мы представляем топ-10 ютуберов-друзей. 10 место. Куплинов и Хесус. Тот редчайший случай, когда фамилия Димки упоминается в самом начале нашего видео, оказывается, бывает и такое. Мы с Куплиновым дружим и любим друг друга. Куплинов и Хесус рубятся на Твиче с незапамятных времен и отпускают обоюдные шутеечки. Какой спать? Ты подписывайся, ну, все, давай. Все. В смысле, все? Спать уходишь, все, иди спать. Никаких тебе подписок. Ты че? Никаких тебе подписок. Ты че, охренел? Понял, короче, что неправильно. Притом одно время пацаны катали по онлайну настолько часто, что их даже начали шиперить. Да, видел, я ему сказал, что ты такой злой, рассказывай, что случилось, он ушел. Наверное. Он заходит, делает вид, что он здесь бывает и уходит. Смотри, какой хитрый, хитрый какой. Интересно, что когда Дима только начинал свой ютуберский путь, у Алексея уже была аудитория, пускай и небольшая, и он помогал своему другу пиаром. Ну и сейчас стример готов в любой момент вписаться за брата по играм. Хотя в отличие от большинства коллег, которые накинулись на Хованского за Disney летсплейщиков, Хесус решил не бросаться грудью на амбразуру, а наоборот попытался сгладить ситуацию. Вообще, я считаю, что данная ситуация абсурдная. Просто потому, что я ничего оскорбительного и унизительного лично для Куплинова не увидел. Поводов не доверять Лехе нет, наверняка он, как никто другой, прекрасно знает характер Куплинова и был уверен, что смешливый бородач ничуть не обиделся. Более того, я уверен, что они вместе даже посмеялись над этой ситуацией. 9 место. Crazy Mega Hell и ДК. Их знакомство состоялось еще 7 лет назад, когда Максим Ревизор свел 15-летнего EDM-щика Кашина с рэпером Тушенцовым. Даня по молодости зарабатывал тем, что во Fruity Loops'е писал биты на заказ. Ту же услугу он предоставлял и Crazy Mega Hell'у, только не за бабки, а за раскрутку своего первого серьезного канала The Anime Beat. Руслан помогал Дане подняться с помощью репостов в свой паблик YTS. Парни довольно долго работали вместе, и через какое-то время их сотрудничество переросло в дружбу. Сейчас они не просто хорошо контачат, но и сообща занимаются творчеством. Смысл жизни мемы, мемы. Если вдруг кто не в курсе, Руслан и Дань записали не один совместный клип, а прошлой осенью даже. Откатали целые туры вместе, чуть не отхватили от быков Фейса. Слышали про дагестанцев Фейса? После концерта в Уфе парням подошли амбалы с камерой в руках и начали пояснять за жизнь. Короче, ютуберы бок о бок и в горе, и в радости, так что пускай отсутствие реакции ЦМШ с Кашиным тебя не смущают. У них другой формат дружбы. 8 место. Банан и Айтипедия. Серега с Лехой познакомились лет 6 назад при очень забавных обстоятельствах. Тогда Шевцов играл в GTA 5 онлайн, и ему с неба свалилась просто невероятная сумма внутриигровых денег. Но поскольку сразу после выхода игры лаве было тупо не на что тратить, Айтипедия решил заняться благотворительностью. Я захожу в первый паблик GTA 5 онлайн и пишу новость, мол, отдам деньги любому желающему. И тут прилетаю я. Прикол в том, что Банан, который сначала горел желанием получить валюту, очковал, что Леха может свистнуть у него аккаунт. А случилось так, что человек, от которого Серега ожидал китка, впоследствии стал его лучшим другом. Через 2,5 года Банан даже приехал к Айтипедии в город, и пацаны отлично провели время. Похож на Тома Круза, тебе кто-то говорил? Yes. Ютуберы вечно то ссорятся, то мирятся, но мелкие конфликты случаются почти у всех. Так что все, ребят, окей. Смотрелся ютубера, составил мнение и ходит, всем это доказывает. Ты дно. Пошел, нахуй. Че, мразь, блядь. Ты не сравнивай игру и операционную систему, придурок. Игру можно посмотреть. Не зря же Серега недавно закосплеил Антона Логвинова, чтобы Алексею было максимально комфортно с ним общаться. Тот Call of Duty, который все так любят и ждут, он вернулся. У игры есть одна проблема, она слишком превосходная.
Седьмое место. Мистик и Лагер. Отважные майнкрафтеры, как и Даня с Русланом, тоже познакомились 7 лет назад, и им обоим тоже было по 15 лет. Совпадение? Не думаю. На самом деле совпадение, поскольку этих ребят объединяет разве что наш любимый видеохостинг. Да и история их знакомства связана не с музыкой, а с программированием. Ярослав делал свою социальную сеть, а Андрей сильно хотел приложить руку к ее созданию. Он мне тогда очень долго наяривал там сообщения, просился стать модератором. Очень-очень долго, так назойливо. Я его сделал модератором, чтобы он от меня отстал. Их отношения вышли на новый уровень, когда команда Мистика по Point Blank не смогла собраться на турнир, и Лагеру пришлось выручать пацанов. Так говорим, Лагерь, так уж получилось, что у нас такая ситуация не на жизнь, а на смерть. Заходи в Point Blank, будешь с нами в турнире участвовать. Он, естественно, не отказался. С тех пор Ярик и Андрюха начали общаться более тесно и впоследствии стали лучшими друзьями. На ютубе же их шествие стартовало с совместного летсплея по Майнкрафту. Микрофон, Влад. Твой шум бесит. Слышишь? Да. Правда, у Лагера тогда еще не было канала, но в конце 2012-го он эту ситуацию исправил. Да за что такое? Вот это давай. Да погоди, сейчас ему, давай. Шестое место. Хованский, Юлик, Друже и Кузьма. Я бы хотел сказать, что в этом квартете все дружат со всеми, но в последнее время товарищеские отношения Юры Хованского и Никиты Гризина сошли на нет. Поверьте мне, это все связано только вот с такими творческими расхождениями. Они были так себе еще пару лет назад, но пацаны не собачились, друг друга дерьмом не поливали, просто в какой-то момент их пути разошлись. Появилась Cake Studio, вот, и мы там делали очень долго переводы, это творческое объединение переводчиков. Я Сындук, Зебура, провайдер, я как-то туда полностью ушел, а Юрас в блогинг. В остальном же, когда кто-то из этих ютуберов собирается вместе, начинается полнейший трэш. Блять, дай узнать. Хватит, хватит! Если гниль выходит, из тебя выходит. Приезжайте такой, че, пойдешь со мной гулять, а она тебе хуяк хук слева такой. Не подходи ко мне, уебище. И только Друже время от времени вносит конструктив в этот балаган. Если на тебя напала собака и вцепилась, ты должен взять ее задние ноги и в сторону развести. Это разорвет собаку пополам. Я понимаю, что разводит. Может, примирение рано или поздно все-таки наступит, как думаешь? Пятое место. Джахан и Мармок. А вот они, я более чем уверен, помирятся. И да, я был в курсе по поводу их срача в Дискорде, когда мы отбирали участников на голосование. Просто у всех друзей рано или поздно случаются неприятные моменты во взаимоотношениях. Здесь же вообще пустяк, а не серьезный конфликт. Еще раз повторяю, конфликта из-за конкретной ситуации не было. Просто, мы срались. Мой хуй. Характер, Марина некоторая, возможно, обидчивость, вкупе вот сложилось в конфликт, который произошел по факту из-за бытовой хуйни, ничего не было. Ну разве может неосторожно сказанная фраза разбить четырехлетнюю дружбу? Началась она, кстати, весьма забавно. Джахан заказал у Марины рекламу, ну а дальше ребята разобщались и понеслась. Он тогда сказал мне, скинь канал, если что-то годное, то я помогу. Понятно, что процентов 80 подписчиков пришли к Аркаше именно от Мармока. Но нельзя сказать, что он паразитировал на самом популярном летсплейщике. Я не хотел там громко заявлять спасибо Марину, потому что считал нужным написать это лично и сказать это лично. И к слову, когда говорил друзьям в конце... Я имел в виду все-таки его. Пацаны, как мне кажется, общались довольно искренне и часто проводили совместные стримы. Повторюсь, думаю, что скоро это все возобновится. А ты как считаешь? Четвертое место. Фреш и Булкин. Примерно год назад их свела судьба под названием GTA 5 Online. Походу, у этой игрухи действительно есть такое удивительное свойство, ведь если еще не забыл, Банан и Леха Шевцов тоже познакомились благодаря GTA-шке. В принципе, в нее много кто еще катает, но... со всей бандой Ютуба Саня лучше всего общается с одним из наиболее скрытных летсплейщиков. В гостях. На голову-то бегай. Это какая-то типа, что, кого, ребят, только на каком-то испанском было или что? Но не GTA единой. Пацаны время от времени записывают летсплей по другим онлайновым игрушкам и в общей сложности веселят более 3,5 миллиона подписчиков. Я обычно сразу в трусы хуякс рукой. Ты тоже? Да. Пусто. А сверху? А ты проверь. Третье место. Герман и Нечай. Мы бы с радостью отдали им первое место, но не можем этого сделать, поскольку Тёмыч немного щетерил, сделав репост в свою группу. Тем не менее, эта парочка друзей реально очень крутая. Как я понял, познакомились ребята через общих кентов и находятся на одной волне чуть больше года. Старые зрители Германа помнят, что раньше он хорошо общался со Ставром, Геной, Миллером, Денчиком, но сейчас его лучший друг это 100% Нечай.
За такой короткий период общения фиферы отсняли кучу классных роликов, чего только стоит проект Германа Амкал. Да идиотича, и Герман опять здесь, я не знаю почему. А вспомни их разоблачение футбольных реклам. Поэтому они с удовольствием пользуются монтажом, где покадрово соединяют нужные участки. А ведь начиналось все с обычных совмесок за компом типа вот этой. Как ты фанат Реал Мадрида, сегодня ты играешь за Реал, я играю за Барселону. Ну и видосов из серии 10 способов. Дуэт фиферов круто друг друга дополняет, и это замечают сами подписчики. Второе место — Джарахов и Ильич. Если мы говорим о наиболее творческом дуэте друзей, то он прямо перед тобой. Познакомились ребята около 7 лет назад, и по словам Эльдара, сразу сошлись на том, что хотим вместе делать какой-то контент. Будь то батл рэп от лица школьников или какие-то гейские вбросы. У меня нет на это времени, меня ждет карьера рэп-звезды, но если мама просит, что-то она мне ничего не сделает. Джарахов и Ильич смекнули, что надо вокруг себя собирать людей, чтобы все занимались своим делом и главное, любили его. Так на свет появилась Клик-Клак, объединение, подарившее отечественному ютубу просто вагон и маленькую тележку интересных проектов. Поровни, пожалуйста. Очень модно. Да, спасибо. Это же полубокс. Шаверму специально попросил побольше майонеза. Более того, Клик-Клак, точнее их детище под названием «Успешная группа», одним из первых наглядно продемонстрировало, что ютуберы могут создавать действительно качественные клипы. Понятно, что этого всего не было бы без музыкального бэкграунда Ильича в виде Little Big, но Эльдар, как мне кажется, тоже здорово приложился к раскрутке проекта, в том числе и Little Big. В общем, идеальное взаимодействие. Ну и первое место — банда Ютуб. На верхушке топа плотно обосновалась целая компашка летсплейщиков: Кофе, Варпач, Алекс Фокс, Фреш, Клейнс, Эскайл и Хайпер. Вот я хочу сказать, что банда — это вы. Пока перечислишь, как они познакомились, можно с ума сойти, но не это главное. Фрешем и Хайпером мы познакомились в конфе. Мы все, в принципе, перезнакомились просто благодаря Battlefield. Главное, что пацаны постоянно двигаются вместе как на Ютубе, так и за его пределами. Мама, почему я так плачу в последнее время? Такой вот банде из 7 летсплейщиков всего-навсего чуть более года. До этого в ней состояли также Филиппин, Шиморо и Такс. Но и этого оказалось достаточно, чтобы занять первое место сегодняшнего топа. Благодарим подписчиков нашего паблика ВКонтакте, которые, как всегда, приняли активное участие в голосовании. А какие лучшие ютуберы-друзья, лично по твоему мнению? Пиши об этом в комментариях и не забудь подписаться на канал, чтобы первым смотреть самые крутые топы Ютуба. Ну и на паблик ВК подписывайся, ведь там мы регулярно вместе общаемся, участвуем в различных голосованиях и ржем над крутыми мемасиками.